Доброе утро, друзья! Я проснулся, как обычно, сделал свои практики и меня осенило. А почему бы не поделиться этим прекрасным методом, который я получил у мастера Мантека Че, это ведущего специалиста в Дао китайском. Практика активации работы внутренних органов. Мантек Че говорил, что если органы не активированы по-настоящему, их сознание не включено, то они работают совсем чуть-чуть. И не дают того, что нам надо для полноценной жизнедеятельности. Я делаю эту практику с тибетскими чашами по древней тибетской традиции. И сейчас я покажу вам, как активировать легкие. Как подключить легкие к планете, которой они соответствуют. Как активизировать те качества, которые должны легкие вырабатывать в нашем организме и в нашем вообще состоянии в течение дня. Ну и, соответственно, как войти в медитацию с помощью этого. Потому что это очень глубокая практика аффирмации и концентрации внутрь. В себя. Для этого вам понадобится взять какую-то чашу, желательно, чтобы она была целительская, чтобы в ней было трезвучие, природные гармоники, обертона гармоничные, чтобы она была целая, хорошо звучащая, вам было приятно с ней работать, и чтобы она была не очень тяжелая. Вот эта чаша тонкостенная, она очень легкая, как пушинка. Вот. Что мы делаем? Садимся прямо, фокусируемся на легких. И представляем себе свои легкие. Закрываем глаза, представляем вот одно, второе. На вдохе они увеличиваются в размере и светятся белым светом. На выдохе ударяем в чашу и излучаем звук легких. Легкие уменьшились, светятся изнутри и улыбаемся им. Улыбаемся, приветствуем свои легкие. Для этого можно извлечь высокий звук таким образом. Улыбаемся и ощущаем ответ назад. Мы мозг, подключаемся к мозгу легких и хотим с ними познакомиться. Желаем им счастья, желаем им добра, здоровья, ясности, чистоты. И еще раз вдыхаем. Легкие увеличиваются. Выдыхаем. Проводим чашей там, где чувствуем какие-то болевые или неприятные ощущения в области легких. Легкие уменьшились, светятся изнутри белым светом. И фокусируемся на качествах, которые соответствуют планете, управляющей легкими. Открытость и искренность. Эти два качества дают нам свободу. Это первый шаг на пути в духовной жизни. Во всех традициях без искренности никуда не пойдешь. Фокусируемся на ощущении абсолютной искренности во всем, что мы переживаем и хотим сегодня днем переживать. Чувствуем свободу. Можно даже раскрыть руки, почувствовать. Как мы освобождаемся, освободить легкие. И заключительный вдох. И звук, соответствующий легким. Улыбаемся легким, улыбаемся всему пространству вокруг нас, с которых легких черпает воздух. Чувствуем свободу, искренность и прямоту. Три качества, которые должны вырабатывать наши легкие. Все, спасибо за внимание, оставайтесь в этой приятной медитации и наслаждайтесь своими чистыми легкими, которые хорошо и свободно дышат. До новых встреч! Следующее упражнение вы увидите на нашем портале позже.